30 лет прошло со дня принятия главного документа нашей страны – Конституции Российской Федерации. Настоящее и будущее каждого жителя связаны с Конституцией. В основном законе страны закреплена высшая ценность нашей государственности – интересы и права граждан. С этим значимым праздником, Днем Конституции, глава Славянского района Роман Синеговский поздравил юных славянцев и их родителей, приглашенных на торжественный прием. Уважая и соблюдая заложенные в Конституции нормы, можно добиться больших успехов в деле процветания и благополучия нашего муниципалитета. И вот благодаря, наверное, тому, что этот закон очень важный, и вот сегодня, именно 12 декабря, празднуется этот праздник. 30 лет Конституции Российской Федерации, вот как правило, мы в этот день вместе с начальником отдела внутренних дел с Виктором Аркадьевичем Рассохиным имеем честь, наверное, нашим ребятам выдать паспорта, это потому что тоже один из, наверное, важных документов, который вы будете хранить, которым будете жить, пользоваться этим документом. Так что всех с праздником, и родителей, и детей, и вот ребят, которых мы сегодня будем чествовать и вручать паспорта. Роман Синеговский вместе с начальником отдела МВД России по Славянскому району Виктором Рассохиным вручили паспорта гражданина Российской Федерации и памятные подарки приглашенным ребятам. Школьники признались, что ждали этого дня с волнением. Это событие запомнится юным славянцам, которые получили в день Конституции свой первый паспорт.